Дорогие друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь возле обычной дороги, но она частенько радует меня обилием мелкого шмурдяка. Мы сейчас попробуем поискать тут свинец, хотя я буду рад любому металлолому. Пока я нашел не слишком много алюминиевых банок, всего 6 штук. И еще был найден вот такой аккумулятор. И если я не ошибаюсь, он свинцовый. Вот, утилизация. И нельзя выкидывать в обычную урну. Нужно утилизировать в пункте приема металлолома. Также был найден такой грузик, обычное железо. Ну и вот такая железка. Сейчас будет вставка, как я нашел данный аккумулятор. Все увидите. Ну что ж, погнали теперь за находками. Вон там я вижу алюминиевую банку. Свинец. Алюминиевая баночка. Алюминий. Валяется такой болт. И рядом крышка от Дизи. Алюминий. Еще один кусочек алюминия. Заметил что-то похожее на свинец. Тридцать пять грамм. Это он и есть. То ли алюминий, то ли чермет, непонятно. Алюминиевая проволока. Кусок арматуры. Обрезок чермета. Еще одна арматура. Виднеется какой-то металл. Увесистая болванка. Лист алюминия, по-моему. Вон там валяется какой-то прутик.
А рядышком... Сначала я думал, что это какая-то дощечка, но посмотрите. Какая-то плита из черного металла. Килограмма полтора, наверное. Новый пруток. Деталь от двери. Такой болт. А это обычный пластмасс. Нет, это камень, а вот это металл. Блестит какая-то проволока. И это похоже на медь. Деталь от кованых ворот. Что-то зелененькое и такая крашеная железка. Снова найдено лезвие от канцелярского ножа, а вон там лежит алюминиевая банка. В такой вот яме, по-моему, обнаружен матрас. Сейчас подойдем поближе. Да, это он и есть. И он засыпан каким-то грунтом. Сюда надо будет приезжать, наверное, с тележкой. Попробуем его вытащить потом. И сразу сдадим в пункт приема металлолома. Хорошая находка. Ребята, очередная находка металлолома. И это какие-то вот такие, не знаю, что это может быть, большие железные штуки. Тут их оставили. Но это, скорее всего, будет, наверное, ремонтировать. Привезли. Но металл очень такой толстый. И тут его много тонн. Кто-то сюда привез и скинул мусор. Вот такая мини-свалка. Черного металла пока здесь я не вижу. Обычный строительный мусор. Немного газет. Ну, это как макулатура. Можно сюда приехать и ее потом отдельно забрать. Вон там какой-то ящик. Такой довольно хороший, но без крышки. Можно забрать и сюда складировать что-нибудь из мелкого хлама. Вон там лежит провод. Он алюминиевый. Еще один. Тоже алюминий. Это забираем. Ящик тоже заберем. Если сейчас найду что-нибудь такое, еще покажу. Вот что удалось найти во время поиска вдоль дороги. Ну, тут все примерно как обычно. Железные грузила, болтики, гайки, обрезки от арматур, проволока, деталь от кованых ворот, разный шмурдяк. Особенно меня порадовал вот этот вот кусок. Это вроде как
шина железная, очень толстая. Я ее принял сначала за обычную дощечку, но потом понял, что это вот такая классная находка. Мы ее взвесим отдельно и посмотрим ее вес. Смотрим остальные находки. Такое количество медных проводов. Это потом пустим на обжиг. Чищенная медь, готовая, просто бросить в копилку. Неплохое количество алюминия. Это электротех. Разносортный алюминий. Был найден такой аккумулятор. Думаю, неплохая находка. Потом его тоже взвесим отдельно. Посмотрим, сколько он потянет. Снова был найден такой канцелярский нож. Одна крышка от напитка. Два свинцовых грузика. И алюминиевые провода. Сейчас взвесим аккумулятор и эту железную пластину. Начнем с аккумулятора. Он весит 1 килограмм 615 грамм. Теперь черный металл. Один килограмм 995 грамм. Почти 2 килограмма. Алюминиевых банок получился такой полный пакет. Семьсот 75 грамм. Найденный ящик оказался очень прочным. Правда, не хватает на нем крышки. Он имеет такой алюминиевый ободок. Оставляем его потом на какое-нибудь применение. Весь черный металл на весах. И общий вес 4 килограмма 715 грамм. Думаю, в основном за счет этой толстой пластины. Сегодня была у нас такая добыча. Кому понравилось данное видео, поддержите его лайками. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!